Сверлить, пилить, колоть и рубить – это мужская работа. Но две девушки считают по-другому. Катя из Чебоксар и Стасия из Волгограда попытаются доказать, что мужская работа – это просто. Ну что ж, пусть попробуют. Сегодня девушки будут осваивать профессию речника. Научатся драить палубу. Поработают в машинном отделении. И вот эту штучку. Нет. Вот эту, вот да, эту. Да, да. О! Отработают навыки по спасению на воде. Ну, человек за бортом! И сами пришвартуют судно. Это страшно. Но пока они не знают, какая мужская работа их ждет. А как ты думаешь, кем мы сегодня будем? Я думаю, что мы сегодня будем какими-нибудь правыми служителями закона. Да будь что будет. Все правильно. Все будет хорошо. Пить. Как тут классно! Смотри, сколько уток! Детки стоят. Пойдем? Что они делают? Привет! Это ваш кораблик? Да. А что он не плывет у вас? А у нас были бумажные кораблики. А можно попробовать? Да. Класс! Здравствуйте! Здравствуйте! А что это вы тут делаете? Кораблики пускаем. Кораблики пускаете? Да, на уток нападаем. На уток? А настоящий кораблик хотите поводить? Да. Где он? Меня зовут Сергей. Я капитан теплохода. Стася, девушка. Очень приятно. Катя, я капитан всего. А вот мы это и проверим. Меня зовут Мамонов Сергей Александрович. Мне 42 года. Я капитан теплохода. Считаю, что работа речника и судоводителя – самая мужская работа. Это мы где? Это мы с вами пришли на нос теплохода. Вот эта вот штука, вот эта вот вся штука. Так мы ее будем называть. Называется брашпиль. Брашпиль. Что он делает? При помощи него можно швартоваться. А это рында. Можно? Нужно. Но так, но так делать нужно только в случае аварии. А это два ваших лучших друга на ближайшее время. Железка? Вот эта вот штука называется кнехт. А вот к нему, в свою очередь, привязана совсем самая ваша лучшая подруга. Кто которую это? Зовут Машка. Это очень смешно. Это же швабра. О, боже, это женщина. Гляньте с волосами. У нее прическа лучше, чем у меня. Машка. Это Машка. Мы пришли на судно. И вместо того, чтобы за штурвал нас посадить и быть капитанами, раздавать команды, нас познакомили с Машкой. А эта Машка, гадина, тоже блондинка, но с дредами. Вам просто не хватает женщины на корабле. Женщины на корабле, к несчастью. А у вас их две. Каждый матрос мечтает стать капитаном. Но первое задание, что ждет любого матроса – драить палубу. Даю вам 10 минут для первого раза. На самом деле 5 минут хватит, чтобы здесь был полный порядок. Ну и так сойдет, но кто это видит? Приду, проверю. Все, прям все мыть? Весь полубак должен сиять. Вперед! Какой ты перфекционист, это Сергей. Сколько нам дали? 10 минут. Девушки не очень охотно взялись за работу и кое-как выполнили свое первое задание. Так они думали до возвращения Сергея. Я вот свою территорию помыл, не ходить по помытому. Сейчас мы посмотрим, насколько помытому. Катя! Это грязная Машка. Она грязная. Перемыть! Немедленно. 3 минуты на все про все. Блин, давай быстрее. 3 минуты. Ужасно. Матросская работа – мыть палубу. Но то ли швабра была тяжелая, то ли еще чего-то. Как-то у них это дело не пошло. Воды налили много. Не буду отказываться. Но вот с чистотой не вышло, к сожалению. Хочешь, не хочешь, а с капитаном не поспоришь. Палубу придется перемывать.
Посмотрим. Навели или... Ты смотри-ка. Беленькая. Неужели? В самом деле? Но мы очень старались, серьезно. Ну хорошо. За помывку палубы. Хорошая твердая тройка. Следующее задание – отработка команды «Человек за бортом» после сигнала тревоги, который должен знать даже самый неумелый матрос. Тревога – три длинных сигнала сирены. Девушки учатся бросать за борт спасательный круг, еще не зная, что этот навык им точно пригодится. Человек за бортом! Ну, надо ж отпускать! Давай! Человек за бортом! Помогите! О, красиво! А теперь вытягивай. Так он плавает, неплохо плавает. Человек за него зацепился, все, теперь вытаскивай. Разве это человек? Этот тренинг показался девушкам не слишком сложным. И капитан объявляет следующий этап в обучении начинающих матросов. Стасия и Катя переходят в машинное отделение. Здесь очень интересно, здесь очень много штуковин непонятных. И мне кажется, Сергей уже понял нашу тонкую душевную организацию, и он сам их называет штуковины. Вот эта вот вся штука называется главный двигатель. Ничего себе. Ты главный в рубке? Да. А здесь кто главный? Здесь главный механик. Вот этот человек? Фактически, да. Он такой молодой, и нам его слушаться? Как меня. А сколько тебе лет, мальчик? 25. Ю-го-го, большой! Так. Извините. Я попросил бы. Здесь, на самом деле, местный гараж. Вот они у себя на корабле, чтобы им не скучно было в выходные дни, оборудовали гараж. Здесь пахнет соляркой, маслом. Здесь вот не шибко чисто. Сейчас Сергей вам покажет очень интересную вещь. Какую? Как запускать главный двигатель. Запоминайте внимательно. Зачем? Узнаете. Пока это только обучение. Девушкам не надо ничего делать, только запоминать. Как открывать пусковые баллоны со сжатым воздухом, как прокачивать масло и гидрозапор форсунок и как запускать главный двигатель. Совсем скоро им придется делать все это самостоятельно, по памяти. А пока следующее испытание. Будем с вами учиться правильно накладывать шлаги на кнехт. Шлаги? Еще один обязательный навык для матроса. Девушки должны по очереди пришвартовать теплоход к другому судну. То есть, одна другой бросает линь, тонкий трос, к которой привязан швартов, петлю которого нужно набросить на кнехт, специальную тумбу. Мы должны отдать швартовые. Я слышала эту фразу много раз в своей жизни, но я не знала, как она происходит в реальности. Это называется оган. Оган. Я не запомню, серьезно. Урок иностранного языка. Оган. Я боюсь. Не надо бояться. И, слава богу, хуже было бы, если бы ты кидала и не боялась! Три, четыре. А теперь веревочкой вытягиваем. У меня получилось, дай пятюню. Молодец. Ой. Все нормально, сейчас она будет веревочкой тянуть его. Теперь в клюз. Оп-оп. Нет. А можно вот за это зацепить? Вот. И отвязываем легость теперь. Сделано, вот. Капитан. Молодец. Легость – это специальный груз на конце линии, который теперь бросает Катя. Угу. Куда целиться? В лоб. Ладно. Не слушай этого дяденьку, он хорошему не научит. Не судьба. Когда я кидала Стасю, мне почему-то казалось, что я сейчас попаду ей в голову, и все, и там начнется. Ну, давай. Оп, видала? Молодец. Ты видала? Так это я кинула, рукой, хорошо. Тащи, не разговаривай. Тащи. Все, не надо. Все. По первости, пока девочки не привыкли к судну, тяжеловато им. Но потом вроде как даже начали справляться. Чтобы наши матросы почувствовали перспективу, капитан приглашает их в святая святых – рубку. Более того, девушки должны быстро освоить профессию рулевого, хотя в это слабо верится. Вообще, мне кажется, у мужчин какая-то внегласная договоренность. В самолете одни кнопки, в машине одни кнопки, в пароходе одни кнопки. У них, видимо, какая-то привязанность с детства идет к кнопочкам.
Потому что такое количество всяких шпунтиков, винтиков, кнопочек, рычажочков я вообще не видела, только в самолете. Смотрите сразу после рекламы. Смогут ли наши матросы спасти человека за бортом? Товарищ, держитесь! И каково это – управлять целым теплоходом? Это очень страшно. Далее в программе. Смогут ли девушки пришвартовать теплоход к пристани? Посмотрите и молчите пока. Что такое? А, это человек за бортом, блин! И продолжительных сигнала! А вот и неожиданная проверка. Человек за бортом. Ваши действия, матросы. Человек держите там. Конец крепче. Хватайтесь! Давай еще раз, еще раз! Товарищ, держитесь! Кидай, быстрее кидай! Человек за бортом! Вес спасательного круга 5 килограммов. Длина линя, к которому он привязан, 25 метров. На судне должно быть до 30 спасательных кругов, а также 2 спасательных плота. Тянем! Мужчина, вы чего, больной, что ли? Он тяжелый, Сереж, помоги! Давай! Руку! Хватайте меня! Что ж мы его бросили, помогите! Товарищ, идите! Я не могла себя контролировать. Мне казалось, что я смогу себя сконтролировать и как-то взять себя в руки и спасти человека, но я не смогла, я испугалась. Это просто невозможно. Это было круто. Это была учебная тревога. Учебная? Это была учебная тревога. Человек? Каскадер специально прыгнул за борт. Что мы вам плохого сделали? Чтобы понять, насколько вы готовы. Готовы вы, ну, прямо скажем, не очень хорошо. Вы нас увольняете? Пока не увольняю. Мне кажется, каскадер, когда увидел, как мы кидаем, реально испугался первый раз в жизни. Ну, а пока праздник, который всегда с тобой. Обед! Ура! Исходя из продуктов, мы будем готовить макароны. По-флотски. Макароны с фаршем моряки готовили еще в средние века. Блюдо простое и сытное, а главное, все ингредиенты могут долго храниться в плавании. В России блюдо появилось в начале 18 века и получило название «макароны по-флотски». Сереж, ладно, а скажи, вот ходит мнение, что мужчины-то нынче не те, стали более женоподобные, да. Зависят от мнения окружающих, то есть зависят от моды. Сюда такие не доходят. Да? Да вы, наверное, не пустите. Да я и не пущу. Другое дело. Зачем же мне нужно, чтобы его швартовому тащило? А теперь закон моря. Какой? Кто последний, тот убирает. Чего? А вот и нет. А какой? Посуду волной смоет. Ну, нормально, тогда сидим. Пора нашему теплоходу отправляться в плавание. Капитан и штурман решили таки допустить девушек до управления под строгим контролем. О, что происходит? Мы поворачиваем куда-то не туда, к земле. Мы отводим корму сейчас. Вы, Стасю, посмотрите внимательно вот сюда. Да. Сюда тут смотрите. Сюда смотрите. Правее. И нос поворачивай, да? Нет, вы смотрите. И молчите пока. Длина теплохода 32 метра, ширина 10, максимальная скорость 12 узлов или 17 километров в час. Ощущать себя царем парохода – это нечто. Я была такой Клеопатрой, потому что ты нажимаешь, и он тебя так слушается, прям можно дать команду в рацию. То есть всех вот так можно держать. Идеальная машина. Хочешь попробовать? Да, мы на пару сделаем зачистку. Так, тихо. Вот смотрим на мачту, на носу. Видишь, пароход все время все больше вправо уклоняется. Да. Значит, что нужно? Чуть-чуть лево добавить. Чуть-чуть совсем. Оп, хорошо.
Вот он застопорился. Ноль. Когда ты ощущаешь в своих руках махину, то есть ты понимаешь, ты по сути видишь только нос корабля, но ты ощущаешь, как все пространство вокруг тебя двигается от движения твоих рук. Вот это действительно очень яркие эмоции, которые я никогда в своей жизни не испытывала и никогда не испытаю. Как мы будем разворачиваться? Практически на одном месте. Вот этими кнопками вправо-влево? Да. Мы поворачиваем. Друзья, я кладу сейчас руль на борт. Лево на борт. Оп. Еще? Все, все. Все, больше, дальше он не пойдет. Не пойдет. Слушайте, это... Вот результат. Да, мощно. Я такую гордость чувствую. Смотрите сразу после рекламы. Неужели девушки сами пришвартуют судно? Стоп, машина! И смогут ли они запустить главный двигатель? Стась, я инструмент уронила, подождите чуть-чуть. Далее в программе. Самостоятельная швартовка судна. Спасайся, кто может. Право на борт. А, все, я поняла, это до конца, значит. Катя и Стася должны будут самостоятельно пришвартовать теплоход по очереди. Одна рулит в капитанской рубке, вторая запускает главный двигатель в машинном отделении. Первая в капитаны вышла Стася. Я испытала дикий ужас и страх, потому что если что-то ты сделаешь не так, ты впишешься вот сюда, в берег. Мало того, что это дорого, во-вторых, это жизни людей, и плюс это все-таки не шутка. Главный двигатель к запуску. Что она говорит? Готовьте двигатель к запуску. Открывайте баллон. Так. Почасовой против часовой? Против. Вот теперь проверим, смогут ли девушки по памяти завести двигатель. Чтобы чего не вышло, процесс контролирует механик Сергей. Хотя больше просто подсказывает. Быстрее масло качать. Вот здесь. Я знаю, помню. Да. Быстрее давайте качайте. Так, все. Все? Гидрозапор теперь. Гидрозапор. Вот, железочка. О, все, забыли. В смысле, вот он. Вот, да, вот гидрозапор так. Вставляете. Вот. Двигатель к запуску, машина. Стась, я инструмент уронила, подождите чуть-чуть. Сереж, давай не будем говорить только Сергею, ладно? Ладно, ладно. Вот. Вот. Капитан пошел вас убивать. Капитан, Стася, все нормально, я нашла инструмент. Подождите, у нас тут проблемы. Качай быстрее, что-нибудь? Да, быстрее еще качай. Повыше чуть-чуть поднимай его. Давай, открывай все. Вот этот кран. И вот сюда нажимай. Туда дави. Все. Закрывай кран. Закрывай, не открывай. Я не знаю, что сказать, потому что я очень расстроена. Правда, очень расстроена. Я прям задание провалила. Мне очень стыдно перед Сережей, потому что, мне кажется, я его подвела. Пошел. Это страшно. Пошел. Рули. Вот смотри, сейчас мы корму подкинем немножко. И вот теперь правую машину стоп подготовить наперед. Что? Стоп-машина. Да. Стоп-машина. Теперь готовься. Правую назад. Левую вперед. Одновременно? Да. И мы паркуемся? Да, и мы сейчас будем подходить. Правую назад больше. Назад больше, да, правую. Все, стараюсь. Стоп. Вот, отлично, хорошо. Носовой подаем. Крепим нос. Ну что ж я так ору. Кормовой подаем. Крепи кормовой. Крепи кормовой. Крепим швартовый. Молодец. Петюню. У меня получилось. Слава богу, ничего страшного не случилось. А теперь на капитанский мостик выходит Катя. По местам стоять, со швартовок сниматься. Главный двигатель запускаем. Воздух? Воздух. Запускаем. Да замолчи ты уже. В другую сторону, ну вы чё? Всё. Так, дальше мы должны вот эту штучку подделать. Ну чё? Быстрее. Медленно. Быстрее. Всё.
Где это шпунтик, шпунтик? Какой шпунтик? Вот, инструмент вот лежит. А! Так, это надо вот эту пимпочку, да? Это гидрозапор называется. Гидрозапор. Катя была капитаном. Мало того, что она постоянно орала в рацию, подключай, заводи, своим писклявым голосочком, так еще и здесь нужно было все это запомнить и сделать ровно в той последовательности, в которой нам показывал это наш Сережа. Че дальше? Кран воздуха. Вот это? Да. И вот эту штучку. Нет. Вот эту, вот да, эту. Да, да. Туда, туда. Туда, да, я так хочу. О! Двигатель запущен! Право на борт. А, все, я поняла, это до конца, значит. Правая вперед, левая назад. Да. Это двумя пальцами одно и двумя пальцами другое. Да, вторая рука, чтобы вот там вот на тех следит. Кнопочках была. Да, 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 да. Это очень страшно. Теперь машины стоп. Стоп, куда? Машины стоп, правую назад. Ага. Вот смотри, сейчас пароход у нас немножечко прижмется. Руль скатай правую. Молодец, 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 молодец. Подождите, ну не говорите, бодрука, сейчас накаркайте. Говори, подаем носовой. Подаем носовой. Подаем кормовой. Все? Все, команды, крепи швартовые. Крепи швартовые. Я справилась? Молодец. Аплодисменты. Мне кажется, это мужская профессия. Давайте не будем сувать свои наманикюренные ручки туда, куда не следует. Какой же это стресс, Сережа. Это было очень интересно, опасно, страшно и весело. Ну, в таком случае, учитывая ваши героические действия при спасении человека, позвольте вручить вам вот такой обалдеть подарок. Нет, мы же не вдвоем. Медаль. Конечно, женщинам на корабле не место. Согласна. Но я очень сильно надеюсь, что с этим сувениром в этой жизни вы всегда останетесь на плаву. Ура! Круто сказано. Спасибо вам за работу. Спасибо. Да. Чего? Капитан, улыбнитесь. Это очень ответственная работа. Я поняла, почему мало женщин-капитанов. Хотя справиться можно, возможно. Да. Вообще мне понравилось. Очень романтичная профессия. Не хватает белого костюмчика, фуражечки. Прям. Слышишь, как мы будем смотреться в белом костюмчике? Шикарненько. Не вот в этом, а в белом костюмчике. Да. Круто было. Классно.